12 серия. Москва, Красноярск. С правой стороны проехали село Станичное. Слева по ходу движения Витюки, деревня, примерно в 2 километрах. Трасса Р-254, направление на Тюмень. Полотно дороги хорошее, но разметки нет, это после... Ну, после схода снега, по всей вероятности, обновят ее и разделительную полосу, и обочину. Впереди поворот. Обгон запрещен. Ограничение 90. Исетское Упорово. Правый поворот. С правой стороны довольно-таки крупный поселок Салабоево. Вот на этом повороте можно в это поселение попасть. Проезжаем реку Юзя. Проехали. С левой стороны к трассе приближается русло реки Исеть. Впереди будет мост через нее. С правой стороны населенный пункт Малыши или Малыши. С левой стороны село Исетское, Исетское, Исетское и перекресток пересечения с трассой Р-329. Напомню, двигаемся по Р-254 в сторону Тюмени. Приближаемся к... Через 600 метров на перекрестке с круговым движением заходите на четвертый выезд. Давай на купе заедем. Ну вот, это круговое движение, пересечение с трассой Р-329. Слева улица 50 лет ВЛКСМ. Направо Шадринск, Ялуторовск. В принципе, можно было и здесь повернуть. А, мы заезжаем на этот, на заправку. Я забыл совсем.
Заправка. Заправка справа, да. Неплохой магазинчик тут. Ну, заправимся, необходимые мелочи, развернемся. Кроме автомобиля. Шампуни разные, жидкости. Ну, такая вот мелочевка. Ну и продукты питания. Заправка «Газпромнефть». Будешь заправляться? Да нет, я позже, наверное. Что мне еще на 200 километров? Thank you.
поражение определено. Ну, кратковременный отдых. Тут при выезде с заправки можно было налево повернуть, но дорога, разделительная полоса, не видно было, прерывистая или сплошная. Поэтому повернем вправо, проедем немного и на трассе уже развернемся, потому что с левой стороны на кругу стояли гаишники. Ну, не везде разметку видно, поэтому, чтобы не нарваться на неприятности. Хрен я знаю, здесь есть, нету, блин. Ну, в общем, нашли левый поворот, там развернулись. Так, ну вот тут решили развернуться, потому что не видно было разметки с заправки. Доезжаем до кругового и уходим налево, в сторону Ялуторовска. Сейчас почитаю некоторые сообщения, которые Александр VII. Эта связка Кошерка-Липецка мне нравится больше, чем та через метро Царицына. Там вдоль дороги автобусные остановки, светофоров куча. После того, как сделали на выезде поворот на Липецкую в сторону области, только ей и пользуюсь. Ну, во-первых, я благодарю, Александр, за подсказку. Я помнил, в комментариях вы писали, что лучше всего ехать мимо заповедника Царицына. Я там давно не был. Вот и помню, как скапливались машины, пробка была под мостом к метро Царицына. Много времени терял на это. И вот в этот раз решил проверить.
Ну, замечательно, конечно. Еще отремонтируют дорогу, я думаю, движение совсем будет свободное. При выезде на Липецкую я полагал, что будет развязка. Там шло какое-то строительство давно. Но выезд на Липецкую, как и прежде. Так, прямо по ходу у нас Верхний Бишкиль. Поселок Верхний Бишкиль. С левой стороны река Бишкиль. Ну и больше никакой информации на карте не вижу. Продолжаю комментировать. Дон от МКАДа до А107 условно платный, поэтому лучше им пользоваться. Ну, я при старте настроил на Яндекс.Навигаторе и в объезд платных дорог в надежде, что с М4 можно будет сразу уйти где-то на бесплатный участок, на объездную дорогу, в объезд платный. Но меня навигатор сразу потащил на МКАД и туда, на бесплатный участок. Но я не понял навигатор. Ну, полагал, что с трассы М4 Дон можно будет съехать на бесплатный участок, но не получилось. Поэтому многократно останавливался, перестраивал навигатор, плюс ко всему и интернет хреново работал, медленно. Ну, в общем, такая вот петрушка. В Крыму интернет для навигатора самый дешевый у МТС. У МТСовских смартов. Это пишет Александр VII. Но у меня уже не было средств на телефон, на смартфоне, поэтому ехал по карте MapMe. Трасса Р-329, мост через Бишкиль. С правой стороны Верхний Бишкиль, поселок, но довольно-таки крупный. Так, возвращаюсь к сообщениям. Покатушки по городам, я думаю, лучше снимать видеорегистратором, который указывает на картинке название улиц. Это пишет Александр VII, Вагин. Значит, ну, у меня Акинори стоял на заднем стекле, потому что было намерение снимать на два видеорегистратора. Вид вперед и вид назад. Но тут я немного не рассчитал в том плане, что надо было больше карт памяти для Акинори. В общем, намерения были благие. Надо было, конечно, не трассу снимать, а вот именно проезд по городам. Ну, вот так вот получилось, к сожалению. Видео-то через города проезжал на задний видеорегистратор. В Крыму снимал полностью. Но где их как развещать, пока не знаю. Трасса Р-329. Движение в сторону Ялуторовска. Так. У меня вот такими фрагментами идет, потому что ролики по 5 минут. И чтобы более-менее быть привязанным к реальной картинке, приходится вот немного повторять, что написал. Так, Александр VII. В Яндекс.Навигаторе в настройках есть опция избегать платных дорог. Вы ее забыли включить, наверное. Да, не забыл этот. Я сразу ее, вот повторю, я ее включил.
Вот, не доезжая до МКАДа, навигатор стал меня тащить на МКАД. Ну, вот так вот получилось. Так. Прогресс индустриальный. Это логин. Такое впечатление, что совсем без навигации ехали. Все время останавливались и смотрели карты. В Воронеже выехали не туда, прямо на пункт оплаты. Там уже объезда было. Там уже объезда было совсем чуть-чуть. Ребята, ну вот как получилось, так получилось. Одно дело сидеть вот на карте рассматривать, другое дело в движении как-то ориентироваться с навигатором и с настройками и вообще с маршрутом. Впереди Ришка Бишкилька Р-329. С левой стороны, наверное, в километре рассвет. Может быть, село, может быть, колхоз, может быть, поселок. Не знаю. Так, приходят вот сообщения с оскорблениями, там, с разными злопыхательствами. Я предупреждаю, что всех таких пользователей я буду игнорировать и вносить в черный список. Так что не утруждайте себя своим злопыхательством. Так, логин. Максим Романов пишет: отличная серия, полезна для будущей поездки. Ну, я рад, когда вот эти видео кому-то становятся нужными. Потому что делиться с людьми, кто отправляется в дальние поездки, это основная цель этих видео. Я просто помню свою первую дальнюю поездку, когда волнение было выше крыши и не мог найти в интернете полной информации о трассе. Это, по-моему, был Новосибирск лет 6 или 7 тому назад. Вот, и с тех пор... Впереди город, ограничение 60. И как только появилась возможность купить, приобрести видеорегистратор, значит, я стал снимать полное видео. С левой стороны озера Доронина. Ну вот, эта трасса напоминает мне здорово Новосибирский тракт. Там, правда, дорога пошире, по две полосы в каждую сторону, но картинка, вот природа такая же. Очень красиво летом, очень. Я отвечаю на сообщения, на комментарии немного не в теме. Сейчас двигаемся в Новосибирск, в Красноярск. Ну, комментарии пишут к видео Москва-Крым. Так что вот такая вот смесь идет. Решил размещать видео поочередно. Серия в Крым, серия в Красноярск. Ну, потому что в Красноярск проехал давно, зимой еще, но до сих пор не было времени видео разместить. Ну, а в Крым собирается уже, вернее, подходит сезон отпусков, когда моряки поедут отдыхать. Поэтому я стараюсь как можно быстрее разместить видео поездки в Крым. Движение в сторону Ялуторовска. В город заезжать не будем. Повернем направо и поедем в сторону Заводоуковска.
Ну, ближе к этому участку я что-нибудь скажу. Интенсивность движения слабенькая. Вот. С левой стороны километрах 40, наверное, Тюмень. Чтобы сориентироваться, когда смотрите видео. Впереди поселок Сингуль-Татарский с правой стороны. С правой стороны озера Сингуль. Это с правой стороны. Озеро Муслимовское с левой стороны далеко. И поселение Южное. Я отказался от этого маршрута, о чем идет речь. Впереди мост через реку Змея. Ну вот куда он ведет направо? Нахрена направо? Вот такие вот навигаторы у нас. Это приложение, это не навигатор, а приложение с Play Market. Так, ладно. Ну, не вижу ничего. По бокам, но с левой стороны далеко Зинова деревенька, с левой стороны, с правой стороны большой лесной массив. Трасса Р-329 в сторону Ялуторовска движение. Огромное желание производителям.
Так, впереди перекресток. Левый поворот это будет в сторону Тюмени. Правый поворот в сторону завода Укловска. Ишима и так далее. У нас будет правый поворот. Километров 40-50, если налево повернуть, это будет город Тюмени. Подъезжаем к трассе Р-402. Вот поэтому в зимнюю поездку нужно брать с собой самодельную омывайку, получать ее путем самогонного аппарата. Без красителей, без запахов, двойная перегонка, чистый спирт, ну, добавить воды немножко или этого, как ее, моющего средства, пару капель, и будет отлично. Ну вот поворачиваем направо, прямо Ялуторовск город, там ни разу не был. Трасса Р-402, движение в сторону Ишима, Омска, назад, сзади. Да, вот здесь как раз я был, когда был летом в маршруте, молнии сверкали, просто такого количества молний я... Дальше будет место, я, если вспомню, если узнаю, покажу, где я вышел. Через 600 метров поверните налево. Впереди город, ограничение 60. Ну, вот слышите, как навигатор говорит повернуть налево. Приложение. Хотел здесь вот справа остановиться на ночевку. Смотрю, небо стало светлее. Поверните налево. Я только поехал. Тихо-тихо оказался в машине. Ну, это вот делюсь впечатлениями о той поездке. Я же не помню, куда даже ехал. В Новосиб, наверное. Или в Томск, кажется. Кажется, в Томск ехал. Ну, в Тюменской области очень хорошие дороги. В Тюменской области очень хорошие дороги. Это факт. Предупреждение об осторожности. Значит, на таких на развязках, на мостах, там очень хреновый стык идет с дорогой. Вот, через Крепежье или вот отсюда. С левой стороны к дороге приближается железнодорожная ветка. С левой стороны по ходу заманное болото. Заманное болото заманивает, наверное, не знаю. Впереди километров через 10 город Заводоуковск. Трасса Р-402. Очень живописная трасса вдоль Заводоуковска. В прошлом году или позапрошлом, точно сказать не могу, останавливался на ночевку
зимой в Заводоуковске. Справа деревня Пономарёва, чуть дальше справа Игилева. С левой стороны огромное болото, большие площади под болото. С левой стороны также идет железнодорожная ветка. За железнодорожной веткой начинается Заводоуковск. Должен сказать, что в летнее время тут не комары, я не знаю, наверное, бегемоты какие-то, тучи комаров. Поэтому, отправляясь через Тюменскую область, имейте с собой репелленты или отпугиватели комаров. Стороны за деревьями Заводоуковск. Очень красивое место. Проезжал в летнее время. Ты просто залюбуешься. Справа Заводоуковск. Поезда останавливаются здесь. Куда-то тащит меня этот непонятный навигатор. Это, по идее, можно было бы отключить к чертовой матери. Так, Заводоуковск остался сзади. С правой стороны Подун, вот эта деревенька, Речной, с правой стороны Оба, с левой стороны Семенова. Напомню, что с правой стороны на разном расстоянии, ну, примерно метров 300-500, вот так. Железнодорожная ветка идет вдоль дороги. В эту сторону Ишима ветка.
Ну вот прямая дорога уже на Ишим. Тут даже не замечаешь, как проезжаешь 200 километров. Интенсивность движения не очень высокая. Но иногда случаются очень неприятные моменты, как, например, в этом случае, по-моему, какая-то дама, не глядя в зеркала, решила пойти на обгон, не видя, что я уже шел на опережение, на обгон. Это чуть дальше, наверное, будет. Трасса Р-402, направление в сторону Ишима. С левой стороны деревня Марково, примерно в 2-3 километрах. Чуть дальше, опять-таки по ходу в 2-3 километрах, старая заимка с левой стороны. Справа далеко поселок Степной. Километров 10, наверное. Сейчас в голове небольшая каша от Иногда забываешься, что какой маршрут комментируешь. Но... Вот и ведущему нужно заправиться. Сейчас заедем на заправку. У меня-то бензин есть. Заправка заправляется и двигаемся дальше. Что вставляют? Только дослушай, пожалуйста, варианты. Чур, я понимаю, чур.
1-0. Универсальный прибор, которым можно забить и разрубить. Забить и разрубить. Смотри, молот, топор или лоб. Молот, топор или лоб. Топор. Топор, это правильный ответ. Счет у нас 1-1, друзья. Финальные вопросы. Если все получится, вы молодцы. Не получится, значит получится. Внимание, Богдан, смотри. Что такое леггинсы? Это вид носков, это обтягивающие штаны или это нижнее белье? Леггинсы. Носки, штаны, нижнее белье. Что это? Обтягивающие штаны. Да, действительно, это обтягивающие штаны. 2-1 счет. И внимание, Катя, вот сейчас все вообще решится. Все вообще решится. Либо пан, либо пропал. Составной частью чего является карбюратор? Мотора, выхлопной системы или инжектора? Катюша. Мотора, выхлопной системы или инжектора? Мотора. Ты уверена? Так молодец! Молодец! Ну, заправились. Заправился. Поверните налево. Затем поверните направо. Впереди река Ольховка. С правой стороны деревенька Возрождение. Поверните направо. Так, с правой стороны железнодорожная ветка, железная дорога, называется Транссибирская магистраль. Трасса Р-402, движение в сторону Ишима. Впереди река Вагай. Эфир 15-го канала молчит.
Впереди слева Новодеревенская. Наверное, деревня Новодеревенская. Но движение вполне комфортное, и видимость, и состояние дорожного полотна. Но летом тут гораздо веселее. Интересно получается, сейчас по телевизору показывают фильм «Гурзуф». И вот еще не остыла, скажем так, в памяти поездка в Крым по этим местам. Тут интересное ощущение. Так, ладно, по существу. С правой стороны вдоль трассы тянется Вагай, река, такое петлистое, извилистое русло.
Правый поворот Амутинская. Ну вот вы, наверное, увидите ситуацию в ускоренном варианте. Это я посигналил этой дуре. Ну да, нервы. Баба за рулем в очках сидит, блин. Впереди две реки, одна Сыпчук, а вторая без названия. Наверное, Вагаина тут. Параллельно дороге с правой стороны, примерно в 500 метрах, река Вагай. Там же деревня Шабанова. Вот на трассе с левой стороны, не знаю, если увижу, большая стоянка.
Там и магазины, и мойки, и заправка, и станция техобслуживания, и гостиница с левой стороны по ходу. Не скажу, какой километр, но примерно на полпути между Заводоуковском и Ишимом. С левой стороны поселок Кусламенко. Полотно дороги, видите, приличное. Тут года три тому назад очень тяжело было ездить. Дорога была разбита, полугравийка. Хорошая дорога, но была разбитая. Между Ишимом и Тюменью. Ну вот, за эти годы дорогу отремонтировали. Слышал так, что японцы проявили интерес. И как раз я ехал, и в эфире был разговор между дальнобойщиками. Как раз прошла колонна, и вот они прокомментировали, что японцы... Что японцы положили глаз на Тюменскую область. Подходит к заключению 12-я серия. Кажется, 12-я. Трасса Р-402. Двигаюсь в сторону Ишима. Но на ночевку, по всей вероятности, если не изменяет память, остановимся возле поселка Крутенко. Это за Ишимом, это за Абатским, вблизи поселка Крутенко. Мотель, как же он называется-то? Уют, вспомнил. Мотель Уют. Вполне приличное место для остановки, но нужно иметь в виду, что летом молодежь с Крутинки всю ночь веселится на стоянке, пьяные, мат-перемат, просто это иметь в виду. Уснуть вам не дадут. На этом заканчиваю комментировать. До следующей серии.